машину вынул. Патрук кого вам машина? Шума, дурно, что надо греть, правда? Все равно хамин камеру не убьет. Каждый раз, когда она... Будем электроника, нас можно проверить. Электроника. Коробка же здесь все электроника. Чего болишь? Чего дорадим, чего нема? Машина прошла 49 километров, всего лишь 49, полностью электронный перебор, тут камера круговой обзор, пожалуйста, все есть, все как надо, тут слепые зоны, датчик удержания в полос, поворотники на этих, все есть. Закрываем, открываем, все, он работает. Все чики-чики. Черный
потолок, типа как Аликантар. Два комплекта ключей. О, ключики с такими брутками. Так, тут вентиляция, обогрев рули, стелеваж для него, пожалуйста. Эко, спорт, смарт. Все как надо. Так, что здесь еще есть? Все хорошо. Бежевый салон, мандарин, салон мандарин. Братанов, именно эта машина до Владивостока 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч рублей до Владивостока с растаможкой и с доставкой. Машина не битая, проверил все, прошла всего лишь 49. Хорошая, свежая машина. 20-й год, 2-литровый бензин. Нравится? Пожалуйста. Только нету панорама. К сожалению, в наше время с панорамой лучше не надо связываться. Потому что в России будут холодно зимой. Иной раз трескается стекло, крыша. В общем, было в практике, что треснуло вот это самое стекло. И не найти его там. И ремонтировать тоже, блин, очень дорого. 3-4 тысячи долларов. 200-300 тысяч рублей только за панораму отдавать. Кому надо, ну, кому-то надо, а может, кому-то это не надо. Бардарова, мы люк мигунику, Москва, он кто на азнеец, Россия, ба, а хунук, мекафат, заместом, ба, я бардар кафит, все, сарсон шут. А, ми, би панорамеш, хуптар, ба, фикран, дед. А кто, бо харекат худаш, ба, ярша, ба, худаш, ми бинет, лекин, би панорама, хуптар. Худо нигабонетон, ватсапо плюс 7-929-502-2941. Занг занед, макул бошад, машин 49 гаштаги, машин полный комплектация. То Владивостоку 2 миллиона мегатрас. Борах пули растаможкаш. Тансиято хонобод бошад, джиранча, макул шуду бошад, и на занг занед, тори мекнаматона.